Привет всем! Новый обзор на дзен. Друзья мои, показала наша звезда бабулечку. Кто бабулечку любит, кто ее целует, так это кошка, котик. Кто с бабулечкой общается? Кошка. И что мы еще видим? Неизменную игрушку-подушку. Опять бабушку положили. Бабушка же ходит хорошо, сидит, ну, с ее слов. Якобы с бабушкой все в порядке. А чего она ее снимает лежа, а? Друзья мои, короче говоря, опять пыль в глаза. И да, бабушка снята с хорошими, прям такими очень сильными фильтрами. Ну, просто, на мой взгляд, фильтры рулят. Вот. Прям так хорошо, так свежо выглядит. Прям такая бодрячком. И морщин почти нет. И даже лицо почти что не перекошено. Ну, прям чудеса, да и только. За 19 дней бабушку прям из овоща сделали настоящим человеком. Обычным, хорошим таким прям. Ух, кровь с молоком. Но, девочки, не верьте тому, что видите, а верьте тому, что слышите. Потому что так не бывает. И это всего лишь фильтры. Почему бабушка не сидит? Почему бабушка лежит? Потому что реклама не удалась. Не получилось из бабушки сделать здоровую бабушку. Все-таки как была бабушка угроблена шлюпкой, так и осталась. И бартер не помог. 19 дней – это мало. Если уж хотели поднять бабушку, так уж, наверное, хотя бы на пару месяцев надо ее туда. Но реклама тогда будет невыгодна для этого предприятия. Слишком дорого обойдется. Поэтому вот что вышло, то вышло. Продолжение банкета, продолжение обзора на дзен.